Так, ребят, сегодняшнее видео будет про поддержку Украине. Ребята организовали конвой из траков, машин в Чикаго. Сейчас мы приехали там, где все собираются. Мы просто шокированы количеством траков, которые здесь собралось. Несколько сотен траков уже стоит, если не считать легковые машины. Так что все приехали поддерживать Украину, чтобы знали, что Украина, Чикаго с вами. Многие люди просто оставили свои работы, потому что это абсолютно не важно на сегодняшний день. Важна поддержка. Вот, показываю все компании, которые здесь есть. Вот, один из наших оунер-операторов приехал. Слава Украине! Героям слава! Сотни траков. Этому еще нет конца и края. Огромное количество людей. Поддержка наша. Героям слава! Так, ну все, уже прозвучала команда. Выезжаем. Поэтому возвращаемся к траку. А у нас сегодня получилось только два наших трака сюда привезти, потому что ребята, которые офисные сотрудники, как вы знаете, в Украине там сейчас нет возможности работать. У нас там большая часть диспетчеров, которые просто не имеют возможности. Поэтому все наши офисные сотрудники, которые находятся в Америке, работают и сейчас, и в субботу, и в воскресенье. Мы с Володей также принимаем в этом участие. С нами поехали наши девочки София, Вероника, Андрей, а один из наших ребят, я уже его показал, Василий, трак 852, оунер-оператор. Вот, возможно, мы даже еще кого-то увидим уже в процессе самого конвоя. Какую-то часть пути едем в сопровождении полиции, потом едем сами, соблюдаем правила дорожного движения, чтобы показать, что Украина — это полноценная культурная нация, которая умеет делать мирный протест против войны в Украине. Слава Украине! Героям слава!
Сколько, ребята, смотрите. Сегодня в Чикаго будут очень большие пробки. Ребята, сотни траков, сотни. Впереди, я уже не знаю, наверное, несколько, ну, как минимум 2-3 мили уже траков насобиралось. И сзади меня там просто конца не видно. Это как траки, так и машины. Все в поддержку Украины. Все сегодня отменили все свои планы. Также и вчера был в Чикаго митинг в даунтауне. Тоже было больше 1000 людей. И это происходит на всей территории Америки, в разных городах. В Лос-Анджелесе, в Орегоне, в Портленде митинги проходят каждый день. И на протяжении целого дня для того, чтобы привлечь внимание, чтобы вся Америка тоже знала, что там происходит, и видела, какая здесь поддержка украинской коалиции. Я ошибался. На самом деле здесь не 1-2 мили. Мы, наверное, уже миль 5 вот проезжаем. Я все это пытаюсь снимать. Но это просто бесконечная колонна в поддержку Украине. И траки, и машины. Тяжело посчитать, но вот то, что я вижу на данный момент, и что я вижу впереди, это нескончаемая колонна. Я думаю, что это будет как минимум 1000 траков, если не учитывать легковые машины. Поэтому это... Мы, украинцы, которые находимся здесь в Америке, мы не можем помочь, находясь там, но нашей задачей, так сказать, нашим долгом является показать нашу поддержку здесь, в Америке, показать, что мы с вами, мы поддерживаем, и нас здесь очень много. Так, ну все, ребята, мы доехали. Дорога заняла около, не знаю, часа 2-3, наверное, точно ехали. Но все добрались. И сейчас все ищут себе место, где бы запарковаться. Полиция помогает. Они вежливо очень говорят, куда стать, где повернуть, где можно стоять, где нельзя стоять. Разрешили где-то в нескольких местах прям двойную парковку делать. То есть два трака параллельно рядом стоят, прямо на дороге. Скажу вам так, что даунтаун Чикаго, столько траков здесь еще никогда не видел, потому что здесь траком просто, во-первых, нельзя ездить. И я на своей памяти не помню, чтобы были какие-то такие митинги. Поэтому я считаю, что это очень сильное будет такое выражение поддержки для того, чтобы американцы... увидели, услышали, узнали, что там на самом деле происходит, потому что хоть тут по новостям это все и показывают, но многие просто не смотрят новости, они живут своей жизнью, они этого не чувствуют. Поэтому для того, чтобы привлечь внимание, это просто отличный способ. Для того, чтобы Байден это увидел, и, может быть, все эти обещания, которые он давал помочь Украине, может быть, он наконец-то начнет их сдерживать и начнет помогать Украине не словом, а делом. Вон, посмотрите, вся улица просто заставлена траками. Каждый из них имеет украинский флаг или украинскую символику. Немножко, конечно, сделали здесь, мы создали трафик, но даже американцы, которые, может, не совсем понимают, что происходит, снимают на телефон.
Полиция все контролирует. В общем, ребят, вот вся суть этого сегодняшнего видео для того, чтобы больше людей об этом узнало в мире, в Америке, чтобы увидели, сколько украинцев в Америке, сколько людей переживают за это, чтобы люди понимали, через что сейчас проходит украинский народ. Конечно, понять этого полностью никому не получится, и я никому не пожелаю этого. Мир об этом должен знать. Поэтому, по крайней мере, в наших силах, когда ты можешь это показать, если есть, там, скажем, подписчики, которые много подписчиков, мало, но самое главное, что много людей, которые могут это распространить, хоть таким образом выразить поддержку Украине и украинскому народу. Есть еще один способ, как можно поддержать Украину, это сделать donation, я оставлю ссылку в описании, это, конечно, все добровольно, но поверьте, эти несколько долларов, которые вы можете пожертвовать, и в том числе, которые люди здесь собрались и по всему миру, и все те, кто смотрит, это просто неоценимая помощь, которую вы лично окажете украинским бойцам, которые воюют с агрессором, который пришел в наш дом и убивает наших людей. Spend my days in the past.